строительного миксера предвещает капитальную перезагрузку. К маю 2021-го в культурно-досуговом центре Тимонова поменяется все. В прошлом году был закончен капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт всех инженерных систем, включая вентиляцию, отопление, водоснабжение, вот, замена всех входных групп. Вот, на данном этапе предусмотрена отделка всех помещений Дома культуры. Соответственно, сейчас закончен полностью демонтаж трех этажей и сейчас ребята начинают в подвале демонтировать. Здание культурно-досугового центра построили в 1972 году, и сначала в нем располагался 139-й гарнизонный дом офицеров. Под шефством народного артиста Георгия Жонова здесь проводились грандиозные концерты с участием звезд кино, эстрады и искусства. Здесь работали художественные коллективы, все жители участвовали в художественной самодеятельности активно, военнослужащие вместе с ними тут все были. И развивалось концертное и театральное направление деятельности. В 2012 году военные передали клуб муниципалитету. Сегодня в культурно-досуговом центре Тимонова работают 12 творческих коллективов. На время ремонтных работ их расформировали по учреждениям округа. Мера вынужденная, но результат того стоит. После капитального ремонта коллектив культурно-досугового центра и воспитанники получат не только новые стены, но и дополнительные кабинеты. В Доме культуры Тимонова три этажа, и больше всего под реконструкцию попал именно второй этаж. Строители разделили это помещение, которое использовалось раньше под музей, вот на такие вот бетонные блоки. Помещение разделили на 7 частей, то есть это 7 кабинетов, где будут проводиться различные музыкальные и художественные занятия. Капитальный ремонт будет проходить в 3 этапа. Здание полностью отремонтируют внутри и снаружи. Также будет выполнено благоустройство территории. Окончание всех работ – май 2021 года. Екатерина Косевич, Дмитрий Кузякин. Наше время.